Ой, блядь. Бам-бам-бам-бам. Извините, что не... Да? Посмотри. Мы всегда находимся непосредственно возле наших ребят. Соответственно, всегда можем их поддержать. Меньше времени на то, чтобы развернуть это орудие, требуется. Ну и разный тип боеприпасов помогает нам работать на близких дистанциях до 400 метров. То есть мы можем оказывать поддержку пехоте в застройке, к примеру, если это требуется.